ці маленькі лорі приручені. Їм приблизно рік. За їхніми мірками, вони вже не малеча, але ще не дорослі. Наші лорі приїхали к нам із одного із київських питомників. Їх мами, папи, бабушки і дідусі давним-давно розводяться в неволі, прекрасно адаптовані к содержанню в неволі і вже не мають нічого общого з пойманими в природі животними. У нас содержиться мальчик і дівчинка, їм около года. До господарів лорі звикають доволі швидко, і вже потім їх можна приручати. Малі лорі, в отличие от больших толстых лорі, практически не кусаються. А если вы будете уделять им достаточно много времени, они очень быстро согласятся идти к вам на ручки и охотно будут с вами общаться. Конечно, эти потешные мордашки, когда они тянутся к вам что-нибудь забрать вкусненькое из рук или подставляют бочок почухаться, никого не могут оставить равнодушными. Они достаточно отзывчивы на всякие вкусности, которые вы можете им предложить, и на ласку. Запропонувати лорі можна доволі цікаве меню. Это у нас детский сок с персиками, с яблочком, с мякотью. Чуть-чуть необходимо отдать. Следующее у нас будет детская смесь. Тоже фруктовая, буквально 2 ложечки. Чуть-чуть. Следующее. Мы наливаем им йогурт или можно небольшое количество детского творожка. Таким тваринам, як малі лорі, можна давати молочні продукти. Йогурт желательно тоже с фруктами, чтобы они хорошо его кушали. Інший варіант – дитяче харчування. Это детская каша, детская смесь, 7 злаков, тоже с молочком. Насыпаем небольшое количество. И разбавляем тепленькой водичкой. Кашку надо разбавлять таким образом, чтобы не было комочков. И они с удовольствием ее могли пить. Что стосується такого десерту, как фрукты, то тут є одне застереження. Слід дати потрошку, але різноманітних. Это у нас грушка. Срезаем кусочек небольшой. Режем очень мелко, поскольку лапки у животных маленькие, чтобы им было удобно кушать и брать в ручку. Далее берем яблочко, отрезаем такой же небольшой кусочек, даже меньше. Яблочки они сильно не любят. Винограду кладемо 2 ягодки, киви чистимо и так само режемо. Далее у нас хурма. Этим животным можно практически все фрукты, исключая цитрусовые. А виноград только кишмиш. Виноград желательно без косточек. Банану необходимо всего лишь 2 кружальца. Итак, у нас получаются фрукты, сок, детское питание, детская смесь с кашкой и йогурт. В дополнение к этому мы еще даем им либо сверчков, либо зоофобусов. Тоже на ваше усмотрение. Они их тоже с удовольствием едят. Ось таке меню у цих милих пухнастиків. Погодьтеся, виключаючи цвіркунів та зоофобусів, усе інше ви б і самі з задоволенням скуштували.